В Приморском краевом суде сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела банды так называемых приморских партизан. В суд дело поступило еще в июне прошлого года, однако все это время не удавалось сформировать коллегию присяжных. Кандидаты просто отказывались от участия. И еще одним инцидентом, затянувшим процесс, стала кража документов уголовного дела прямо из здания суда. Пришлось восстанавливать 3 тома доказательств. Напомню, дело это громкое. Банда, организованная в 2009 году, совершила более 30 преступлений против сотрудников правоохранительных органов. На счету у бандитов несколько убийств и покушений, а также налеты на опорные пункты МВД, квартирные кражи и угоны. В ходе спецоперации по задержанию преступников 2 из них покончили с собой. На скамье подсудимых сейчас 6 человек.